The irony of this entire situation is that the president has been incredibly tough on Russia. He continues to raise the issue of Crimea, which the previous administration had allowed to be seized by Russia. His ambassador to the United Nations, Nikki Haley, stood before the UN Security Council on her first day and strongly denounced the Russian occupation of Crimea. Легендарный Севастополь видел очень многое в своей истории, и теперь в нее вписана еще одна особенная страница. 9 мая 2014 года. Безграничное, искреннее счастье, когда сдерживать эмоции просто нет сил, потому что этого дня так долго ждали. Это вообще, да, без слез нельзя говорить, какая перемена. И вот уже мне 90 лет, мне не хочется умирать. Я рад, что я выжил и дожил до этих дней. Севастополь. Это не пришла. Русский город, он был, есть и будет всегда российским. В День Победы севастопольцы проснулись ни свет ни заря. С самого утра на центральных улицах города сотни тысяч человек. Здесь нет праздника важнее. 70-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. И впервые в современной истории Севастополь отмечает праздник на своей родине, в России. В этот день здесь символично каждая минута. На главную площадь выносит знамя победы и российский флаг. Над городом, символом стойкости русского воинского духа, звучит российский гимн. Года верила, что мы вернемся. И вот сегодня, когда я нахожусь здесь и слышу этот гимн, слезы сдержать просто невозможно. На новую старую российскую территорию впервые после присоединения прибыл президент России. Мы всегда надеялись и верили, что вы заберете нас, нашу родину. Гордимся вашим мужеством, смелостью. Уважаем то, как вы через годы... С уважением относятся к тому, как вы через годы и через поколения пронесли любовь к Отечеству. Но и Родина-Мать открыла вам свои широкие объятия и приняла в свой дом как родных дочерей и сыновей. Мы с уважением относимся ко всем странам, ко всем народам, уважаем их законные права и интересы. Но просим, чтобы все также относились и к нашим законным интересам, включая восстановление исторической справедливости и права на самоопределение. На парад Победы пришел, кажется, весь город. Даже те ветераны, которые давно не выходили из дома из-за болезней, такой праздник пропустить не могли. Мы в России, домой пришли. Вот самое главное. Не тяжело? Ну, потихоньку двигаемся. Спасибо. Я копила силы для парада. Скажите, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вы рады, что Севастополь вернулся в Россию? Севастополь — это российский город, он должен быть только здесь. После вот Великой Отечественной войны
Это, пожалуй, самое важное событие в нашей истории. Возвращение, наконец, России. Мы все теряли в последнее время. Бюрократия, ура! 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 Мы так рады! Слезы радости на глазах! Да здравствует Россия! А вы почему плачете? От счастья! От счастья! Что мы сейчас в России? До сих пор не могу в это поверить, до сих пор. Но счастлива! Я от счастья плачу. На парад севастопольцы и крымчане пришли семьями сразу несколько поколений, чтобы не только поздравить ветеранов, но и зарядиться от них энергией, любви к родине и к жизни. Да. А впереди знамя несет еще один. А вот знамя несет тоже правнук. Севастопольский праздник не похож ни на какие другие. Просто бесконечная колонна. Парад идет несколько часов. И ветераны идут от начала и до конца со знаменами в руках. Тяжело, но надо нести. Я прилетел с Ленинграда, чтобы участвовать в параде, знаменитом параде 70-летия освобождения нашего родного Севастополя. Слава Севастополю! Приехали из Армении специально. Из Армении приехали. Да, я освободитель Севастополя. Праздник не только в воздухе, на земле и на море, на каждом балконе. Как настроение? О, прекрасное. Почему? Очень долго ждали такого праздника. Дети наши, внуки здесь родились. Родители здесь воевали в Херсонесе. Севастополь. Интернациональный город, конечно, с болью наблюдает за тем, что происходит на Украине. Это со слезами такими на глазах, как люди гибнут. Мирное население уничтожает, это ужасно, это самое плохое. Я приехала из Одессы специально на парад. Поздравляю всех ветеранов, долгих лет им жизни. Спасибо большое за победу. Спасибо! Спасибо! Мы много сделали, но предстоит сделать еще больше. В ходе не праздничных, а будничных мероприятий нам нужно восстановить экономику, поднять жизненный уровень людей, сделать еще много-много полезных и нужных дел. Это непростая задача, но я уверен, что мы все это сделаем, потому что мы вместе. Как вы комментируете вот последнее заявление Белого дома, что администрация Трампа ждет от России возвращения Крыма? Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации. Все.